Всем привет! Меня зовут Денис, и вы на канале Danny Hell. Сегодня я хочу сделать небольшой обзор детских товаров, которые я купил в Ашане по хорошим скидкам. Давайте начнем, пожалуй, вот с вот таких вот футболок фирмы Disney. Качество у них хорошее. Производство Россия. Я вот купил 86 размера. Это где-то на полтора года. Пока моему ребенку это великовато. Но меня привлекли, что здесь очень хорошее качество. У Disney идет обычно. И яркие вот персонажи. Винни-Пух. Винни-Пух маленький. Тачки. Ну и Винни-Пух с тигрой. Сейчас я вам... Это производство России, Санкт-Петербург. 100% хлопок. На рост 86, размер 24. Стоили они по акции 150 рублей. То есть половину цены. Еще я купил тоже, по-моему, это также производство. Да, это тоже производство Disney Baby. Футболки с длинным рукавом. С таким вот Микки Маусом. И таким Микки Маусом. Качество хорошее, прошиты они хорошо. Стоили они 200 рублей по акции. Также вот Disney взял носочки. Размер 12. Так, сейчас... Состав полиамид, хлопок. Производитель Contet Spa, Россия. Стоили эти носки с Микки Маусом 30 рублей. Вот, в общем-то, они тянутся. Качество хорошее. Вот эти вот бодики я купил для дома. Они на размер 86. Вот 129 рублей. Это они так стоили в магазине, но у меня они вышли по 65. Качество для дома, считаю, достаточно хорошее. Синий, голубой. Беленький. С такими ежиками. Еще один синенький. Так, это по ходу дела. А нет. Вот эту вот майку с длинным рукавом этой же фирмы я не помню, поскольку она была. Но тоже все лежало, висело в отделе детских товаров с 50% скидкой. Тоже она вроде, наверное, где-то рублей, может, 100 вышла. Не помню. Вот такая вот. С длинным рукавом. С длинным рукавом тоже стоило 65 рублей. Вот эти взял уже на вырост. Это 92 размер. Смотрите, какой замечательный львенок. Ну, это написано принцесса, но для дома считаю не принципиальным, какие там картинки идут.
Так, это уже изготовитель Китай. Импортер Ашан. Все, хлопок, качество хорошее. Кнопки пластиковые. Вот носочки. Носочки разных производителей. Вот на размер 21-23. Как он правильно идет? Размер 14. Производитель Набиев и партнеры. 75 хлопок, 2 целостан, 5 полиамид. Производство России. И вот еще тоже 14 размера носки детские «Носи свое». Изготовитель России, Марса, город Ногинск. Качество, в принципе, достаточно неплохое. 85 хлопок, 10 эластан, 5 полиамид. Выполнено по ГОСТу. Ну и под конец я вам покажу вот такие вот брючки. Брюки стоили 200 рублей на мальчика. Выполнено хорошо. Качество тоже достаточно хорошее. Той же фирмы Intenso. 86 размер. Сделан в Китае. Состав. Я думаю, хлопок не написан. Здесь внутри есть вот такие вот пуговки для утяжки. Небольшой. В общем-то и все. Всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, если что-то интересно. Всем пока!